Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Проект новой школы в Чистых прудах презентуют на публичных слушаниях. Мероприятие стартует в здании мэрии на Воровского, 39, в следующий понедельник, 21 августа. В паблике компании-застройщика «Кировспецмонтаж» в соцсети сообщается, что школа будет трехэтажной и рассчитана на 1000 мест. По проекту в здании помимо учебных кабинетов будут бассейн, актовый зал и столовая, уточняет «Бизнес-новости» в Кирове. Ознакомиться с демонстрационными материалами можно будет до 6 сентября. Дайджест недвижимости. Вторичное жилье в Кирове продолжает терять в цене. Как сообщает Кировстат, в сравнении с первым кварталом 2017-го, во втором квартале вторичка подешевела более чем на процент. Средняя стоимость квадрата сейчас составляет порядка 40 500 рублей. На первичном рынке цены, напротив, выросли на 0,6%. Средняя стоимость одного квадратного метра составила 38 044 рубля. В Кировстате отмечают, что снижение стоимости вторички зафиксировано в большинстве регионов Приволжского округа. Жилая недвижимость потеряла в цене от 0,4% в Мордовии до почти 4% в Ульяновской области. Ранее Кировское управление статистики сообщало, что за полгода в области было построено свыше 3300 квартир. В сравнении с прошлым годом объемы ввода упали на 1,5%. Дайджест недвижимости. Российские кредитные учреждения вслед за Сбербанком начали снижать ставки по ипотеке. Условия выдачи жилищных займов изменили «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Центринвест» и «Возрождение», пишет РБК. 10 августа Сбербанк провел самое масштабное за всю историю кредитной организации снижение ставок по ипотечным кредитам. Теперь они начинаются от 7,4%, если речь идет о новостройках, и от 8,9% на готовое жилье. «Газпромбанк» и «Центринвест» снизили ставки до 9,5%, «Банк Возрождения» до 9,99%. Ранее банкиры и риэлторы, опрошенные редакцией РБК «Недвижимость», спрогнозировали дальнейшее падение ставок по жилищным кредитам в этом году. По их мнению, после изменения условий Сбербанком, его примеру последуют другие кредитные учреждения из топ-10. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.